Завтра утром я ее получу. Угу. Мне надо прийти за ней в 8:30 рядом. И тогда мы будем завтра пить. Вот заработал. Заработал? Вроде да. Ура. Ну что, хорошо, парень какой, да? Давай. Да, все окей. А то их трудно бежать. Приготовьтесь, через 150 метров поверните налево. Конечно, конечно. Уютные, домашние все. Я здесь как дома. А там или что-то не... Так. Но я очень рада от тебя это слышать. Я так да? и думала. Да? Потому что если русские, которые... Ну, разве сравнить? Карлой Вар шикарный, все огромные, это все вдали. То же самое. Я тебе говорю, у меня просто вот это вот... Вот когда пишут эти глыбы, эти дома, нависают прямо. Да, я каждый год ввожу своих новых голландцев, и каждый год у меня одно и то же впечатление. Думаю, как хорошо, что я еду в Брянске. Да. Брянске домашний. Мы с Сережкой выехали, вот он даже сам сказал, когда он увидел, да, Сереж, лес? По-другому себя стал чувствовать. Точно? Это что это сейчас сказал? Это около нас, север. Ой, легко. Вот сюда это легко. Не хочет. Она медленно открывается. Нет еще. Посередине, вот, да? Открывается. Ага, вижу. А я там. Сережа, я как понимаю, там наверху просто живут чехи, да? Угу. Да. Это не гостиница. Ну да. Я даже думаю, что хозяйка просто живет здесь. Потому что похоже, что это Милана, кто-то заходил. Нет, она живет где-то в другом месте. Потому что она, когда мы позвонили с Людмилкой, она сказала, нет, там никого нету, пускай им по ней не приходит изначально. Я буду там только 6:30. Нет, я поняла, что ей нужно было показать. Нет, она все что показала. Конечно, сказала, конечно. Просто так ключи дать нельзя. Эта улочка мне очень нравится. Она такая тихая, спокойная. Поверните налево. Куда налево? Ну ладно, молчи. Крутой поворот направо. Была в Америке на 4 дня, там много.
гастроли. Крутой поворот направо. Вот тот сам ремонт. Вот этот для таких маленьких. Кстати, вот он этот санаторий. Ох, там внутри красиво. Я пошла туда посмотреть. Очень красиво. Вот сам очень дорогой. Только немцы. Вообще, крутой все. Поворот налево. Да, конечно. Но это же рядом что-то. Смотрите. Если на кофе ехать, то это рядом. Вот это купил Азербайджан. Вот. Вот эту пошагу. Кто-то отолил его. Через 60 метров поверните направо. Ой, какой дорога прочная. Вы эти же ехали, да? Поверните направо. Нет, не эти. Мы выйдем на зоопарк сначала. Прямо к нему приедем. Детская больница вот здесь, для ремонта. Большая, видишь? И это их здание тоже. Ой, красивые какие. Вот эти вот здесь деревья такие, и елочки, и все смешанное, красиво очень. А вы с палками в Москве не ходите, скажем? Нет, у нас там народ ходит, я не хожу. Сейчас Людмилка здесь дала. Здесь буду ходить. Сейчас еще акклиматизация идет. У меня голова кружится. Потом я приду в себя и уже в субботу я пойду. А сейчас так не могу, как раньше ходила. Я все прошла. Все. Столько раз. Здесь грибы. Да? Вот здесь вот, да. Очень хорошие. И белые вот здесь растут. Сейчас налево будет место. Смотровая площадка. Сережа, ты фото хочешь сделать красивое? Хочу. Скажешь, когда? Мы сейчас остановимся в смотровой. Это какой-то частный, очень дорогой брат. Вот вы видели. Нашли прием 160 евро. Прием только, а лечение там еще, наверное, тысячу. Я забыла, кто это, психолог или кто это. Мне очень нравятся вот эти развалины здесь. Вот, это все когда-то было, говорят, что это было... Мне медсестры наши назвали вот это вот. Это было потрясающее место. Но сейчас они вроде восстанавливают. Тут даже было лет 5 назад, когда вот здесь было кафе. И мы пили кофе здесь. Сейчас все закрыто. Вот. Здорово, вот. Да. Чудно. Во-во-во. Действительно восстанавливают. Вон медальончики нарисовали.
отель. Отель написано. Нет. Написано отель. Уже? Написано. Значит, этот вот маленький восстановили. Ну, это же. А не видел, Сереж, какой? Ой. Как называется? Интересно. Я спрошу. Вилла Беролина. Вот что, наверное, это. Вилла Беролина, наверное. Написано было апарт-отель и дальше название. Да, может, Беролина. Какой-то прям достопримечательность, что так, это за лес. Вот я хочу, чтобы вы где-то здесь остановились и быстро вот туда к краю подошли. Куда к краю? Вот налево. Вот здесь, вот налево, Сереженька, будь добр, налево останови, пожалуйста, вот сюда. Вот так, к деревьям подъезжай и спокойно на секунду постанови. Ого-го-го, мы здесь всегда останавливались. Пойдемте посмотрим. Пошли, пошли. Вид такой. Берите эти самые аппараты. Сережка, можно выходить? Сейчас. Никого сзади нет, посмотри. Нет, ну, выходи. Сейчас никто не будет ездить. Сезон закончился, как мне сказали. Так или иначе никуда не съедем, да. Одна дорога. Ну опять я видела, натурально. Лен, не можешь мне найти эту штукенцию? Ну не могу засунуть, так неудобно здесь. Все? Нет, тоже неудобно очень. Эх, спасибо, дорогая, спасибо. Кто-то багажник открыл, что-то видно. Кладет. Собирали, наверное. Да собирает. Уже, да? Да а вот. Нет, ну опять можно много набрать. Да нет, здесь не только под березовки, под осинок. Я вижу, они в мешках специальных таких носят прозрачных. Я каждый раз ходила и облизывалась.